Всем привет, приветствую на канале. Сегодня рассмотрим, как определить дату производства аккумуляторов Bosch и Varta. Bosch и Varta абсолютно одинаковые аккумуляторы, поэтому информация относится как к производителю Bosch, так и Varta. Для того, чтобы определить дату производства аккумулятора, нам нужно найти 9 или 13-значный код, который находится на корпусе аккумулятора. Третий по счету символ этого кода будет обязательно буква C. Далее нам нужны будут цифры, которые находятся после этого символа, после символа C. Четвертый символ по счету, последняя цифра года выпуска. В нашем случае это цифра 9, 19 год выпуска аккумулятора. Пятая и шестая цифра – это зашифрованный код месяца. Для упрощения задачи необходимо запомнить три последующие цифры после буквы C. В моем случае 9, 5, 9. То есть 4, 5 и 6 цифры. Далее я предоставлю таблицу, в которой нужно найти данные цифры. На моем примере цифра 959. Это ноябрьский выпуск 2019 года. В описании под этим видео оставлю ссылку на видео о том, как очистить клеммы аккумулятора. Переходите по ссылочке, смотрите видео. Надеюсь, данное видео было полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Всем пока.